Ну и в завершении выпуска немного о погоде. Синоптики не радуют нас прогнозами. По их словам, 20-градусные морозы в скором времени вернутся в московский регион. Похолодание ожидается уже в конце текущей недели. Также в пятницу местами пройдет слабый снег. Резкое понижение температуры в столичном регионе ожидается ночью 16 марта до минус 10-15 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше минус 5-10. В выходные Москву и область охватит скандинавский антициклон. Будет солнечно, однако ночью сильно похолодает до минус 15-20. Днем тоже аномально холодно, минус 5-10 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что 15 марта на Москву обрушится мощный снегопад. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.